Итак, всем привет! Для тех, кто новый на нашем канале, я хочу представиться. Меня зовут Богдан, и я профессионально занимаюсь тем, что я зарабатываю деньги на старых BMW, но не конкретно на этих, а я занимаюсь реставрацией и, так скажем, восстановлением старых 30-х BMW. Я делаю реплики, и это все вы можете посмотреть на моем канале. Но сегодня речь будет про BMW Z4. Это мой автомобиль, опыт с которым я имею уже около 2 лет. И так как никто лучше не расскажет про машину, кроме как владелец, поэтому я как владелец сегодня буду очень много занудствовать и рассказывать о том, какой это прекрасный автомобиль и почему я купил его. Мы уже больше года пытаемся снять это видео, и не получается то из этих причин, то из-за тех. Ну, в общем, я собрался и уже хоть под конец сезона кабриолетного, так называемого, решил, что все-таки нужно это видео снять. Если кто более-менее внимательный и следит за тем, что я делаю, то может понять, что это не та Z4, которая была у меня изначально. Изначально у меня была Z4 2003 года, 2.5 на ручке, в шницере, в оригинальном, в очень классном состоянии, в идеальной краске, но она была серая. Я на ней поездил, и она мне что-то поднаскучила. Ну, серый цвет, да, это ее цвет, она в нем смотрится шикарно, но так как мне нравится всякая петушня, мне хотелось немножко другого цвета. И перекрашивать родную краску было очень жалко, поэтому я решил, что поставлю прайс такой, чуть-чуть выше рынка, а если кто-то заберет, то пусть забирает. В общем, ее очень быстро забрали. И я стал выбирать опять себе какую-нибудь машину. Я очень много засматривался на старые Porsche, Boxster 996, дорестайловые, 911. Но поездив, посмотрев их, я понял, что до 20 тысяч долларов бюджет, они реально в очень-очень плохом состоянии. И платить за откровенный хлам 2000 года, такие бабки, ну блин, это было очень глупо. И тут выскакивает шикарное предложение Z4 от первого владельца с пробегом до 100 тысяч километров, ну 98 тысяч у него был пробег, реальным пробегом, в идеальном техническом состоянии, без ДТП, но она вся покоцанная по кругу, то есть ее нужно под полный перекрас, тоже 2.5, тоже М54, но на автомате. И почему я взял на автомате, а не на ручке, ведь до этого я рассматривал машины перед первой Z-кой только лишь на ручке, чтобы это был родстер с мощным мотором и на ручке. Но поездив год на той, на механике, на Z-ке, я понял, что имеет, в принципе, место быть и автомат в этой машине, так как, в принципе, настроение у машины, так скажем, оно не всегда располагает на то, чтобы постоянно наваливать. И реально ручная коробка мне нужна была, в принципе, буквально там, пару раз в году, когда я выезжал на наш велодром и пытался показать хорошее время круга. Если вам это не нужно, в принципе, спокойно можно рассматривать эту машину и на автомате. Многие могут задать вопрос, блин, а тебе она не надоела вообще? Я скажу, в принципе, нет, не надоела. Не, ну как, надоела, но просто ну, на нашем рынке нечего взять. Опять же, в этом классе это или Boxster, или S2000. Ну, Boxster это хлам за эти бабки. S2000. Но сейчас опять начнется срач в комментариях. Все знают, что я BMW дрочер и что ну, Honda это не мое далеко. Ну и так, если посадить, в принципе, здравым умом, цена у S2000 немного больше. Ну хотя можно найти и за этот бюджет. Но опять же, типа говорят, что Honda там, валит и все дела. Но при 2-литровом ее моторе и куче проблем, которые имеет этот мотор, разгон до сотни по паспорту 6,8 секунд, там плюс-минус в зависимости от рынка, на который выпускалась машина. Конкретно 2.5 М54 на ручке едет 7 секунд. То есть
такая R6 и 8 и 7 секунд, при том, что M54 есть на каждой разборке, очень классный, надежный двигатель. Один из последних двигателей BMW, который я считаю надежный относительно всего, что вышло дальше. Вот эти вот какие-то там маленькие доли секунд, оно вам не нужно, вы не будете ездить постоянно по треку, а проблемы у вас будут, в принципе, с S2000, я думаю, сразу. В стоке она типа едет, но на треке, опять же, в своем классе, я не думаю, что она будет сильно конкурентная. Поставить на ней рекорд на Нюре поехать, ну, у вас тоже это, я думаю, не получится, ведь вы не Кичи Цучия и не Валерий Шевелев. У Валеры тоже не получится. Ладно, не об этом. В общем, машина на каждый день... А, кстати, у Honda S2000 салон примерно как у Deo Lanos. Все. Ну, она реально убогая, запчасти стоят космос. По поводу запчастей и вообще, что это за машина Z4? По факту, вот, ну, она реально смотрится круто. Даже несмотря на то, что она старая и в плохом состоянии сейчас по лакокрасочному покрытию, она смотрится реально круто, потому что у нее классные и правильные пропорции. Все вот подумают, что это реально дорогая машина. Ну, да, изначально это была дорогая машина. Здесь много всяких технологий, передовых на то время. Но сейчас, конечно, эта машина старая. И могут все подумать, что на такую редкую и старую машину тяжело найти запчасти. Но нет. По факту, это обычная тройка E46. Просто с красивым кузовом сверху. И приправлено все это разными кнопками от других BMW. В салоне есть детали, приборный щиток от X3, кнопки от Mini Cooper, замки дверей от E60. В общем, это вот сборная солянка всего, что есть BMW-шного, то есть все взаимозаменяемое. И реально дорогих запчастей именно на Z-ку это только крыша и оптика. Все. Кстати, Z4 нужно покупать только в дорестайле, ведь в рестайле уже начали ставить N-мотор, Николай, N52, N54, по-моему, даже и ставят, и 4-цилиндровые N42 или N46, какие-то такие. В общем, все, что начинается на N, это значит нельзя брать. M, типа Михаил, M54 и все остальное, M это можно брать. И чем отличается рестайл от дорестайла? Только оптикой и бамперами. То есть все, в принципе, машины идентичные. И ищем дорестайл, и, кстати, ну да, перед зимой эти машины значительно падают в цене, и как бы особо на наших рынках и никто почему-то не покупает такие машины. Хотя, если вам нравится такая машина, вы смотрите, у вас ценник как бы на сайте по продажам стоит большой, едьте, торгуйтесь, если человеку нужно продать, поверьте, он вам ее отдаст за столько, за сколько вы ее предложите, если нужно продать. Потому что реально машину продать тяжело. Но опять же, если эта машина хорошая, как была у меня предыдущая в Шницере, то она улетает очень быстро. Блин, ну она красивая. Красивая капец. А почему? Потому что ее нарисовали очень правильно. И я считаю вообще, что Z4 это эталон, в принципе, по дизайну. И ближайшие конкуренты по дизайну это, наверное, Mercedes SLS или как новый Mercedes GT. В общем, очень большой и огромный капот, маленький багажник и посадка к задней оси смещенная. Вот посмотрите, как она выглядит сбоку. Вот эти вот пропорции. Половину машины занимает капот и все остальное дальше. Но это реально жир и лакшери. Сейчас, в принципе, такого нет. И вот даже новая Z4, которая типа Supra, она вышла, она уже имеет совершенно другие пропорции. Если вам, короче, это интересно, пройдите по ссылочке в описании, посмотрите серию, когда я был в Германии и сравнивал Z4 этого поколения, следующего и самую новую, которую Supra. Вот у этой и следующей Z-ки, у них пропорции одинаковые, то есть они классные. А, кстати, вот этот олдскульный моментик, это еще такой отсыл к родстерам, довоенным BMW. В общем, она в таком сделана стиле, типа как неоклассика, хотя, ну, блин. С неоклассикой играться, это, конечно, опасно, ведь можно сделать какого-то уродца, типа как где-то делают Jaguar. Но у BMW, мне кажется, это очень получилось, хотя очень многим она не нравится почему-то. Ну, я просто в восторге. Смотрите, каждая линия, она не просто так. Вот смотрите, все линии, они в этой машине завязаны вместе. Вот, если проследить, линия, которая начинается спереди, она идет через всю машину, проходит через стекло сюда, и вот так переходит. И вот все линии, все изгибы сзади, спереди,
Они совмещены вместе с линиями, которые в салоне. И в целом это получается очень реально, очень красивая и правильная машина. Если ее присматриваться, ну, я просто не знаю еще других машин, которые бы были бы нарисованы вот так вот интересно и прикольно с точки зрения дизайна. При всем при этом, я напоминаю, машина очень красивая, ну, для меня. И обслуживание у нее реально копеечное. Сейчас поговорим более-менее ближе, давайте про обслуживание. Кстати, смотрите, вот этот вот момент, когда переопускание стекла, вот даже на старой BMW, на этой и на предыдущей E36, которая у меня была в кабрике, оно реально работает нормально, и оно не глючит нигде. Посмотрите новые ваги, эти все Passat, CC, там стекло не успевает отъезжать, это вы просто выламываетесь резинкой вот это вот все. Ладно, я не об этом. Ваг трогать нельзя, ведь вагодрочеры это вообще злые люди, примерно как кондоводы и субаристы. М54, 2.5, есть еще 2.2. И 3 литра. 3 литра, конечно же, круто, но реально их маловато. 3 литра шли, кстати, с шестиступенчатым механической коробкой или с автоматом, или с СМГ. СМГ, ну, реально классная коробка, но на вторичке это уже реально все говнище, и оно все не работает. Короче, автомат обычный, самый гидротрансформатор и механическая коробка. Короче, у нас здесь 2.5. Визуально и вообще по навесному оно все одинаковое. Никаких проблем нет. Алюминиевый блок, чугунные гильзы. Дальше уже все пошло с никосилом. А никосил, как вы знаете, ну, долго не живет, тем более при нашем обслуживании, уровне бензина и всего остального. Здесь как бы все нормально. По проблемам. И смотрите еще такую фишку. Е46 практически все уже реально подуставшие к этому времени. У нас сейчас 2019 год. Как бы все машины там, грубо говоря, до 2006 года, Е46, и они за это время уже намотали не одну сотню тысяч километров, и поэтому они все уставшие. На Z-ках, как правило, ездят реально мало, ездили в основном только летом, в хорошую погоду, и купить Z-ку у первого владельца, это реально несложно, их очень много продается именно от первых владельцев. То есть понятно, что у этих машин очень маленькие пробеги, поэтому многих проблем, которые есть уже на 46-й, здесь их пока что еще не будет. Но, опять же, такой прикол. Это моя вторая Z-ка, примерно с одинаковым пробегом и та, и эта была. И вот, ну, что я делал по той машине и по этой? Вот ситуация насколько комична, что это просто ужас. Первая проблема, которая сразу бросается в глаза, это потеющая правая фара. Здесь она потеет, и там она потела. Кстати, ну я там это не полечил, здесь я полечу. А, кстати, я забыл сказать. Эту машину я купил под проект, то есть она будет полностью разбираться, перекрашиваться, будет карбон, в общем, будет очень интересно. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Потеющая фара, и там была правая. Прокладка поддона, и там она была уже запотевшая. Термостат не работающий. И там он был. Он, кстати, он не работает очень интересно. Он заклинивает почему-то и там он у меня заклинил в открытом состоянии. И машина просто не догревалась. И был чуть больше расход топлива. Ну и печка позже начинала дуть. Раз. Ну и еще бывает, у некоторых сопливит крышка клапанной... Прокладка клапанной крышки. Вот, сопливит. В общем, ну я не считаю, что это, в принципе, какие-то прям такие большие проблемы. И в целом, реально беспроблемный мотор, если его не укатывать. Я реально видел 54-й мотор 3-литровый на X3 с пробегом 500 тысяч километров, которые обслуживались у официального дилера. И с мотором реально было все классно, у него не лазили в середину. С N-серией я такого не видел, если честно, еще. Если вы видели, можете написать в комментариях. У некоторых к 200 тысячам появляются проблемы с клапаном вентиляции картерных газов, с пластиковыми трубочками, которые пересекают и трескаются. Для того вообще, чтобы все трубочки, соединения и прокладочки жили дольше, я советую перепрограммировать термостат. Ведь на этих моторах, это очень такие экологические задушенные моторы уже, их начали душить, и температура открытия термостата по компьютеру, если подключить компьютер и посмотреть, 102 градуса. 102 градуса, это очень жарко. Поэтому я перепрошил, ну как я, не я, мой товарищ перепрошил термостат под температуру открытия 85 градусов. Температура на впуске тем тоже уменьшилась, это плюс. А еще из таких модов, скажем так, что я сделал, уже сделал, это установил равнодлинный коллектор.
Тем самым я убрал второй ряд лямбд и катализаторы, которые в этом коллекторе находятся. Звук стал немного приятнее, и расход также немного упал. И это плюс все прошилось под Евро 2, там подкорректировали углы. Теперь машина поехала реально намного лучше, и расход тоже немного уменьшился. Больше по подкапотке здесь ничего рассказывать особо нету. А, кстати, на Z-ках стоит, на не M-Z-ках стоит электрорейка. Многие сейчас скажут, что, блин, вот у хидрача там обратная связь легче, лучше там, и бла-бла-бла, не true, там вот настоящие гонки надо, чтобы хидрач был, там все дела. Блин, реально он работает нормально и адекватно, это электрорейка. И огромнейший плюс, я думаю, с этим сталкивались все владельцы E30, E36, E46, хорошо, E39, это то, что у всех текут рейки, стучат рейки, гудят эти насосы. Это просто атас. Здесь этой проблемы нет. А, ну ладно. На предыдущей Z-ке у меня еще подтекал бачок расширительный. Просто поменял бачок и все. Он стоит недорого реально. Прокладки все недорогие. Равнодлинник я покупал. Он новый равнодлинник. Суперспринт копия. $200 стоит. Встало все болт в болт. Просто проблем никаких нет. Ну и пробка расширительного бачка. Ну это как в любой BMW. Посмотрите, сколько здесь места. Как легко и просто обслужить этот мотор. Это просто, ну, не знаю. Просто класс. Все классно. Ну, еще хочу распорочку кинуть наперед. И все. Это, кстати, это все заводское. Ну, такое же подоблезло немножко. Ну, в общем, не суть. Капот, кстати, алюминиевый. Как вы понимаете, развесовка у этой машины также близка к идеальной. Но из-за того, что ты сидишь на задней оси, рулится она именно по снегу боком. Ну так скажем, интересно, немножко непривычно, после того, как, ну, из опыта у меня, я больше всего по снегу навалил, это, конечно же, на тридцатках, где ты сидишь примерно вот здесь. А здесь ты смещен чуть-чуть назад, и такое ощущение у тебя, ну, чуть-чуть необычно, но едет классно. Мне все нравится, 18-я колеса, это, кстати, уже зима. Вот, у нее очень большие арки, она смотрится реально низкая вся машина. Из-за того, что у нее арка нарисована немножко ниже, чем у всех машин. Но не переживайте, у нее реально нормальная проходимость, ведь самая нижняя точка у нее получается вот здесь. То есть вот она как есть, такая она в СТ есть. У многих машин, если вы присмотритесь, снизу висит куча всякой требухи, там выхлоп, подрамники, там что-то еще, лонжероны. Здесь она плоская, все. То есть и реально она проходимая. Я на этой машине езжу... Ну, скажем, на такой же машине, поэтому можно сказать и на этой машине. И я езжу каждый день, круглый год. И реально зимой и летом я на ней выезжаю в любой снегопад. За прошлую зиму я реально не смог только один раз выехать, потому что, ну, грузовики накатали большую колею, и я просто, ну, я даже не стал туда ехать. Все, проблем никаких больше не было. Она реально везде проезжала, нигде не застревала. Задний привод зимой, кто говорит, что это опасно, он просто не умеет ездить на заднем приводе. Посмотрите, какой у нее дизайн. Давайте я сейчас открою крышу, ведь ее просто рисовали вообще изначально, ее рисовали без крыши. Крыша это такое. Ну крыша нужна просто, чтобы продать машину. Сейчас я открою крышу и покажу вам ее дизайн, как он выглядит. Вы только посмотрите на эти формы. Она же реально очень красивая. 18 колеса смотрятся реально здесь небольшими. И я думаю, на лето можно, в принципе, купить 19. Я уже нашел парочку вариантов, возможно, это будет BBS LM или что-то такое. Ну, пока что на зиму будут 18-е. Все ставят поменьше колеса на зиму. Зачем? Это же некрасиво. Ну, я не понимаю. Я просто вот так могу ходить и любоваться этой машиной. Ну, как дурачок, честное слово. Ну, она реально смотрится дороже, чем она есть на самом деле. Вы зайдите, посмотрите, почем они стоят на вторичном рынке. И вот что есть еще, что можно купить, чтобы было настолько красивое, которое бы ехало при этом и было дешевое в обслуживании. Да нету больше ничего. И эту красоту я хочу еще более украсить именно своими цветовыми решениями, подходом к деталям и всему остальному. Подписывайтесь на канал, смотрите за этим проектом дальше. И я думаю, давай мы сейчас прокатимся и покажу именно, как она в салоне, что там есть, что как рулится и как куда кнопочки нажимаются. Так, багажники салона
открывается кнопкой. Багажник. Нужен он вообще или нет? Ну, конечно же, он нужен. Какие-то положить туда чемоданчики и поехать в путешествие вдвоем. Почему вообще я выбрал двухместную машину? Потому что, смотрите, вот у меня был опыт эксплуатации гелика. Большая машина, как бы туда можно реально посадить там 8-9 человек. Ну, плотно, но можно посадить. Но реально, как правило, я ездил или сам, или с кем-то одним, с одним человеком с каким-то ездил. Сзади там буквально за год, может там пару человек каких-то прокатилось и все. То есть, ну какой, ну смысл возить просто пустоту? Никакого смысла в этом нет. И поэтому двухместная машина, в принципе, имеет место быть. Если там у вас есть какие-то друзья, которых типа, а как же я буду друзей подвозить? Да ну пусть они на такси куда-то и едут, куда им надо. В общем, это уже не ваши проблемы. А таскать я тут ради одного дня в год еще какие-то пару мест, ну это, блин, глупо. Багажник есть, там можно накидать кучу шмоток, в принципе. Вот даже картошку возил. И, кстати, вот, это моя рабочая машина, я в ней вожу трубы для каркаса. Реально, по 4 метра трубы закидываешь в салон, откидываешь вверх, они просто торчат вверх и можно возить. То есть, все, тачка очень такая классная во всех смыслах. Захватывающая ли эта машина? Посмотрите на мое лицо. Ах! Она стоит в повороте. Оп! Оператор уже боится немного. Последнее слабоумие отвага, это, конечно же, хорошо, да, но безопасность превыше всего. Последние теплые денечки. Мы на родстере с шестеркой под капотом, с рядной шестеркой под капотом, с правильным выхлопом. Блин, ну что может быть лучше и красивее в звучании и в повадках? Кстати, кнопочка спорт, она реально работает. Знаете, что она делает? Она, значит, педаль газа становится острее, руль наливается, ну и отклик коробки становится немного быстрее. Ну, можно включить DSC и просто кайфовать, медленно катить. К этому она тоже располагает. И, в принципе, вот так вот вечерами кататься по городу очень даже приятно и комфортно, без крыши, даже в относительно прохладное время суток. Потому что в компании BMW работают не дурачки, и аэродинамику они проработали, в принципе, нормально. А если еще сзади установить такую вот шторочку, аэродинамическую перегородку, то даже зимой можно передвигаться без крыши. Ну, конечно, на вас будут смотреть как на дурака, и, в принципе, вообще на вас будут обращать внимание на этой машине очень много. Если вам это не нужно, не покупайте эту машину. Но если вы не против этого, если вам нравятся автомобили, нравятся правильные баварские моторы, недорогое обслуживание, и вам нравится получать от автомобиля максимум за минимум денег, то Z4 это прекрасный вариант для вас. В общем, ну, как и всегда, подписываемся на канал, ставим лайки, подписываемся, колокольчики, Instagram в описании, там тоже много всего интересного. Все, едем домой. Кстати, здесь даже еще музыка довольно-таки неплохая, стоит оригинальная. 8 колонок, обычных колонок, но у нас очень маленький объем салона, поэтому оно играет. Реально очень классно. Но я сейчас ее включать не буду, потому что по видео все равно не поймете, как оно звучит. И авторские права нас забанят. И печка греет намного лучше, чем в обычных тачках, так как, опять же, у нас очень маленький салон, и печка стоит стандартная от E46. Все от E46. Пока.